Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас продолжение обзора на новинки на российском рыболовном рынке от компании Elegance. Это модель Люссен. До этого в предыдущем видео я показывал две модели серии Distance, под серии, так сказать, Distance, да, для максимально дальних забросов. Сейчас настала очередь для оставшихся четырех моделей, которые, в общем-то, закрывают ближнюю, среднюю и средне-дальнюю дистанцию по забросу. Итак, четыре модели. Это 330-80, 360-80, 360-125 и 390-125. Несмотря на то, что я говорил в предыдущем ролике, кто не смотрел, можете посмотреть и те модели, максимально дальнобойные в этой серии, я скажу о материале, ну и в целом о фурнитуре. Да? Материал здесь японский карбон, 36 тонн, качество изготовления отличное, косячков никаких нет, несмотря на несколько уже десятков, которые через мои руки прошли. Катушка-держатель японский Fuji, в таком в стиле хай-тек, можно сказать, модели скелетон. Сам пластик очень приятный на ощупь, плюс он еще функциональный, он очень качественно практически приклеивает к себе лапки катушки. То есть такой материал soft touch, кто потрогает его, да, очень приятный, он гладенький, но в то же время он такой вот фиксирующий, да, если правильно сказать. Значит, сами туннели катушка-держателя позволяет туда установить катушку вплоть до 6-тысячники, может даже 8-тысячник заходит, я ставил CarPro 8000 без проблем, все зажимает, все отлично, верхний форегрип очень надежный, ну конечно там совсем, уж со всей дури, как говорят, не стоит его прям вот так вот закручивать, просто чуть поджали и все, и за счет именно вот этого покрытия уже замечено, что катушечка не раскручивается и держит очень хорошо. Ну, по дизайну здесь у нас такие карбоновые вставочки идут. Здесь у нас лак, на этом фоне написана модель, соответственно, сзади идет длина и тест. Дальше рукоять, пробка, высококачественная Эва, очень анатомичная, то есть именно под предплечье здесь такие вот площадочки сделаны. Ну, дальше, соответственно, продолжение Эва, дизайнерские такие ходы, и торец у нас закрывает фирменная пробка Elegance. Значит, по фурнитуре противозахлестное кольцо нижнее у всех четырех моделей. Трехлапая, и дальше идет еще на втором колене будет два трехлапых колечка. Верхние кольца уже двухлапые. Ну, в общем, там трехлапых не нужно, они просто могут попортить баланс. Теперь давайте по моделям. То есть я сразу говорю и в разных своих роликах, и сейчас еще раз скажу, кто впервые смотрит, я не очень доверяю каталожным значениям, поэтому я все измеряю сам, взвешиваю диаметры, смотрю длины рукоять и рукоятей и тому подобное. Поэтому, кто хочет подробные технические характеристики, пожалуйста, заходите на сайт Multifish, на мой сайт, в раздел этих фидеров. Ссылочка будет в описании под видео. То есть я там напишу длину рукояти, диаметр бланка, диаметр внутренних колец на каждой модели. Потому что, сами понимаете, многие производители, даже не производители, а магазины, которые ставят внешний диаметр кольца, немного лукавят, так сказать. Ну, относительно лукавят, потому что действительно производитель на заводе заказывает по внешнему диаметру. Но нас, простых рыболов, как говорится, не интересует внешний, он нас интересует внутренний. Вот у меня на сайте стоит именно внутренний диаметр колец. Значит, обработка стыков вот здесь просто отличная, то есть я специально проверяю это часто, даже у более дорогих моделей здесь часто бывают подтеки лака, неровности, нету фасочки, и поэтому получается так, что когда вы одеваете маму, она изнутри начинает маму подпиливать, в этом может быть поломка. Ну, я об этом говорил подробно в своем видео, как выбрать фидер и чтобы не налететь на брак. Значит, давайте так, у меня в руках 330-280, к нему идут три карбоновые вершинки, давайте я сейчас вытащу,
1-2-3 унции, 54 сантиметра длина всей вершинки и 2,5 миллиметров диаметр посадочной вершинок. Ну, как вы видите, расцветка, раскраска отличная, красная, белая. Здесь у нас нету противозахлестных тюльпанов. Обратите внимание, ни на одной из этих моделей вершинки не идут с противозахлестными тюльпанами. А на моделях серии Distance 2 они как раз идут с противозахлестными тюльпанами. Повторюсь, не помню, сказал нет, все вершинки карбон. Значит, по поводу запчастей уже многие спрашивают. На всякий случай, правильно, в общем-то, готов сани летом. Подстраховка тоже немаловажный момент, потому что далеко не все производители возят запасные части. Запчасти к ним есть уже и будут в дальнейшем, точно так же, как и запасные вершинки. И обратите внимание, при покупке в магазине Multifish вы получаете две запчасти в год совершенно бесплатно в период действия такой акции. Условия получения – это подписка на социальные сети. Подробнее посмотрите на сайте магазина, раздел программы лояльности. Все вышесказанное не является публичной офертой. Мы такие акции можем отменить в любой момент. Это не обязанность магазина, но тем не менее 3 года мы уже их проводим. Я думаю, хотел вам рассказать по весу каждой, по транспортной длине и так далее, но я думаю, вам проще просто зайти по ссылке на сайт, да и посмотреть там, и за каждую цифру я, как говорится, отвечаю. Поэтому давайте, наверное, раскладывать и смотрим строй. Итак, друзья, 330-80, смотрите, если вы меня спросите, какой мне фидер очень нравится, это вот лично мой вкус, да, и какой бы я себе взял в варианте 330-70-80 грамм, это вот на данный момент то, что сейчас у нас есть в России, и за эти деньги, это вот именно эту модель. Посмотрите, какой он бросковый, какой он быстрый в возврате, это и точность, и дальнобойность, и вяжет он просто превосходно. Нагрузим. Спросите, от какого веса он работает? От 14 грамм. И даже за счет, посмотрите, упругого низа, то есть ближе к комлю, ближе к рукояти, видите, вот нижнее кольцо, перед ним колечко. За счет этого он может прекрасно посылать кормушки 70 плюс корм. Можно перегрузить, аккуратно можно перегрузить, ничего с ним не будет, но пропадет дистанция. Значит, следующий у нас 360-125. Смотрите, какое колечко, здесь уже покрупнее, трехлапые кольца на всех фидерах. Смотрите, какой строй, отличная палка, то есть отличнейшие модели вот эти, все 4. Имейте в виду, это вот, как говорят, мой выбор, да, смотрите, потрясающе. То есть я с ними, мне редко такое бывает, когда я ими ловлю и не хочу уезжать даже с водоема, хоть я и беру их на тесты. То есть мне эти палочки понравились очень. 360-80, классика, смотрите. Колечки то, что надо, и посмотрите, какая работа бланка. Смотрите, отличнейшие бланки. Качественные. 360-80, 80 грамм кормушка, прекрасно бросает, от 28 грамм начинает просто шикарнейше работать, сможет бросить даже и полегче, но уже, соответственно, придется немного разгонять. Так, друзья, 390-125 грамм, смотрите, это у нас дальнобойная палочка. Мне не очень понравилось, как она работает именно в середине. Скажем так, вот я не знаю, видно мою руку, да, вроде бы видно. То есть вот в этом месте чуть-чуть небольшой провальчик только тогда, когда мы его перегружаем. Поэтому имейте в виду, вот я на него 90 кормушка плюс корм сделал. И таким хорошим силовым бросочком, не резким, да, а с плеча. И он как бы чуть-чуть провалился в этом месте и дальше уже добросил. Ну, то есть этот вот нюансик я как бы хотел подчеркнуть. Все остальное 70 грамм просто шикарно работает. Ну и начиная 28 плюс корма и до 70, это вот просто отличнейший вариант, именно его вариант работы. Ну и вяжет, смотрите, и по дальности, как я вам сказал, просто отлично.
Так, друзья, посмотрели, я думаю, понравились. Я вам честно скажу, абсолютно откровенно, модельки очень хорошие, просто больше, чем хорошие. Мне они очень зашли, и я не могу вспомнить даже, как я вот сказал, да, когда мы трясли, с какими фидерами, которые я беру на тест, потому что хочешь не хочешь, все-таки это моя работа, да, я их проверяю, тестирую на воде, и как бы, когда все понимаю, сворачиваю, уезжаю. А здесь мне захотелось ими продолжать ловить, особенно вот 330-80, 360-80, просто обалденные палки, и, видимо, рыба это чувствует, как говорится, да, как вот говорят, верить надо в прикормку, верить надо в удочку свою, да, и так далее. И как раз на них у меня очень хорошие лещики под трешку влетели. А вот остальные на дальней дистанции нет. Ну, понятное дело, что сейчас весна, нерест, но тем не менее, вот как правило, на любимую удочку всегда, я думаю, со мной многие согласятся, попадают самые большие рыбы. Значит, по поводу чехла. Велюровый чехол, три секции. Очень приятный, качественно сшитый, аккуратно, стильно. Клапан на завязках, сзади тоже завязки. Ну, что еще сказать? Наверное, все на этом, да? Пожалуйста, поставьте вот такой пальчик вверх под видео, лайк называется, кто невозможно не знает, кнопочку подписаться. Для меня это будет очень приятно, как такое вот спасибо от вас, можно сказать. Да, для меня это важно, важно для продвижения видео. На этом все. Всего доброго и до новых встреч.